каких пор ты стал моим спарринг-партнером? Я научил тебя многим важным вещам. А сейчас что? Скажем, научный интерес. Интересно, на что способен истинный король. Пусть я не Гладио, но меня не стоит недооценивать. Вот же скукотища. Если я выиграю, ты съешь все овощи, что я приготовлю. А? Да ты что? Теперь ни за что не проиграю. Ну вот и хорошо.
Умри! Удовлетворил свой интерес. Но, увы, наш король познал горечь в поражении. Хотя порция овощей, конечно, мигом все поправит.
О, за что?